четверг, 28 февраля, в Нарском доме попечения для людей пожилого возраста был проведен мастер-класс по изготовлению открыток и сувениров к 8 марта. Изделия ручной работы приобретают в наши дни все большую популярность. И это неспроста. Каждое такое изделие – оригинальная авторская работа, своеобразная и уникальная, не похожая на другие. Это живое произведение мастера, наполненное его чувствами и эмоциями. Открытка ручной работы может быть как дополнением к подарку. Это лучший способ подчеркнуть ваше внимание, уважение, заботу. Директор Нарского дома попечения Татьяна Стольфат поприветствовала всех собравшихся и выразила надежду на то, чтобы сделать данное мероприятие традиционным и проводить его как можно чаще. Следующего периода, то есть об этом мы будем извещать пенсионеров, людей в возрасте. В принципе, звонков было много. Надеюсь, что данное мероприятие и данный мастер-класс будет полезен как вам, как представителям, да, вот жителям города, так и нашим жильцам. Мастер-класс задуман для людей пожилого возраста и жителей дома попечения. Однако на мероприятии присутствовали и молодые люди. А проводила его руководитель по интересам дома попечения Татьяна Арунина. Я им показала, какие сейчас есть новые всякие технологии, всякие инструменты. Показала, что, как они работают. Показала свои работы. И мы сегодня делаем открытки на 8 марта. Татьяна отметила, что мастер-класс по изготовлению открыток вызвал большой интерес у людей. И очень хотим еще делать такие мастер-классы, не только по изготовлению открыток. Может быть, работа с войлоком, вязание, декупаж. Много хочется показать пожилым людям, что вот можно и в старости что-то делать. Не только молодежь может заниматься этим, но и они.